Итак, всем добрый вечер. Добро пожаловать в вебинар. Цель 2017. Будем сегодня простраивать цели на 2017 год. Если меня слышно, поставьте плюсик в чате. Плюсик. Плюсик, да, Олег. Привет. С вами сегодня Андрей Парабеллум и Олег Римша голосом. Параллельно будет из двух разных стран мы сегодня. Я сегодня из Москвы, а Олег сегодня из Болгарии. Из Софии, да. Да-да. Я по-болгарски помню только «Слунчев бряг». Я даже не знаю, что это такое. Алкогольный напиток был какой-то. Я даже не помню, что это было. По-моему, какой-то коньяк был болгарский. Или виски, или бренди. В общем, что-то болгарское. Теперь придется изучить. Погугли, по крайней мере. Ну хорошо, вот пошли плюсики, замечательно. Кстати, вам вопрос. А откуда вы к нам сегодня присоединились? Напишите, пожалуйста, из какого города вы с нами сегодня решили провести время. Бренди. Видишь, вот знатоки подсказывают, что это был бренди. Я только помню пузатые бутылки. Я его даже не нюхал. Не рискнул я. Болгарский бренди для меня звучит, знаешь, как сербский Порш. Черногорский Мерседес какой-нибудь. Так, Брест, Челябинск, Рыбинск, Нижний, Сургут. О, был недавно у вас в обед. Краснодар, Минск, и у вас тоже был. Монреаль. Welcome! Канадские друзья наши. Псков, Екатеринбург, Курск, СПБ, Донегал. О, а Донегал это где? Алчевск, Могилев. Можно записывать города, чтобы потом в города играть. Екатеринбург, Сочи, Москва, Самара. Так, кто-то до сих пор в Икстлане. Выдыхай, бобер, выдыхай. Ставрополь, Белгород. Днепр. Днепропетровск, наверное, бывший, который. Потому что Днепр для меня все равно с рекой ассоциируется до сих пор. Благовещенск. Запорожье. У меня дедушка называл этот город Запорожье. Берлин. До сих пор там родственники где-то есть. Наверное. Не знаю. Ну, были, по крайней мере, точно. Село Раевский. Так. Ирландия. Прикольно. В Ирландии еще никогда не был. Приглашайте, приеду с удовольствием. Харьков. Электросталь, Омск, Новомосковск, Беслан, Хамбург, Москва, Ижевск, Могилев, Омск, Москва, Махачкала. Слушай, у нас москвичей в этот раз сильно меньше. Кстати, как на живых мероприятиях тоже. Мы когда живые мероприятия проводим, у нас гораздо больше людей приезжает со всех концов земного шара, а москвичи говорят, о, на метро, куда-то переться, далеко. Тоже довольно забавно. Так, ну хорошо, давайте с вами начинать. Сегодня сразу ставим рамку, о чем мы сегодня будем говорить. Чтобы не было ложных ожиданий, и чтобы было понятно, что, чем мы с вами будем заниматься сегодня, следующий, наверное, час. Где-то примерно час мы с вами проведем. Плюс-минус, опять же, нас может понести, и мы можем подольше задержаться. Или мы можем... Но пораньше мы вряд ли освободимся, поэтому примерно час. На час можете рассчитывать точно. Сегодня будет, помимо того, что с вами будем разговаривать про цели, как правильно ставить цели, как неправильно, чем цели отличаются от мечт и так далее, и так далее. Как люди достигают целей, как люди не достигают целей. Ну, чтобы у вас следующий год был немножко более техничным, так скажем. Более, чтобы вы... мне было бы приятно, если бы в конце следующего года вы почувствовали кайф от своего прогресса. Вот посмотрели назад и подумали, блин, а вот кайфно я год зафиналил. Вот если это получится сделать, а тем более с помощью какого-нибудь нашего тренинга, типа с какой-нибудь самодисциплины, мне было бы очень приятно. Но, опять же, не обязательно с помощью тренингов, можете самостоятельно это делать дальше. При этом я буду рассказывать про тренинг. Чем мы будем заниматься с теми, кто пойдет в тренинг «Самодисциплина Next» уже в этом январе. Чем мы будем весь январь с вами заниматься. Так что про это будет, опять же, про это все мы с вами будем разговаривать. Соответственно, презентация будет и продающая тоже. То есть и обучающая, и продающая. Если у кого-нибудь есть какая-то аллергия на продающие вебинары, то сейчас самое время нажать на крестик и уйти с нашего вебинара. Потому что мы будем продавать тоже. Ну, как бы, чтобы вы понимали, к чему это все будет вести. Опять, я предпочитаю играть с открытыми картами. Я никого не хочу зомбировать, никого не хочу увлекать туда, куда вам не надо. Мне нужны, особенно в тренинге самодисциплина, ребят, реально нужны осознанные люди. Иначе вы тупо не дойдете до третьей недели. Потому что работать придется плотно. Здесь нет обещания пассивного дохода, пассивных изменений, что можно нажать на кнопку, и мир поменяется, надо только верить.
Вот это, в эту херь мы не верим. Ну, то есть с этой херью все это... Транссерфинг работает, не вопрос. Но мы не про транссерфинг. Мы про то, что чтобы... как там было? Олег, напомни. Чтобы Подколова приносила удачу, надо впахивать как лошадь. Вот мы про это. Если вы готовы повпахивать следующий год или следующий месяц, то как раз я вам могу показать, как это сделать лучше, выгодней, интересней, результативней. Если все равно впахивать, то лучше впахивать весело, правда? Вот. А если вы по поводу, что с вами все должно случаться, вот про это не ко мне, я не умею. Это кто-то другой вас может научить. Мы тут так. Это, забытую главу из фильма «Секреты», из книги про трансерфинг, про то, что помимо тонкой магии, надо еще немножечко плотной магии добавить, то есть ножками, ручками там что-то сделать, рот открыть, что-нибудь сказать, вот мы про это. Отдельно не работает. Да, отлично, мы про плотную магию, слушай, это прям новый мем. Спасибо за подарок уходящего 2016-го. Мы исключительно про плотную магию. Ну, теперь давайте по проблемам. Смотрите, кто из вас в прошлый Новый год, ну или в какие-то прошлые новогодние года, писал себе список мечт, которые вы хотели, чтобы осуществиться? Как вот в фильме «Елки», да? Что вот еще вот это что было, и вот это было, и вот это было, и вот это было, и вот это было. И такие, раз, Новый год пришел, и мы ждем. У кого такое было ощущение? Что вот написать и ждать. Нужно всего лишь вот правильно написать. Правильно желание послать, намерение послать в космос. Чтобы оно, вот оно, ждать. И ждать, и ждать. А еще правильно написать, успеть желание на бумажке, когда бьют часы, значит, его сжечь, бокал и выпить, это сживать, и тогда точно. Это был старый такой это самый баянистый анекдот, когда мужик приходит в ЖЭК и говорит, ну, я вот документы сдал, а мне обратно все никак-то не возвращается, что делать? Он говорит, надо ждать. Он такой, опять приходит, ему говорит, надо ждать. Приходит опять, так, надо ждать, надо ждать. А, надо ждать. Пошел, дал кому надо денег, раз документы пришли. Вот, мы про второй вариант, да, мы про то, что надо, что делать, не ждать, пока сбудется. Ждать – это опять не сюда, ребят, вот правда. Дед Мороз вебинар не ведет. Надо Деду Морозу писать письмо в Лапландию, вот, и потом вот ждать, пока, может быть, что-нибудь исполнится. Мы про делать. Мы про то, что если ждать в одну сторону, а делать в другую, то почему-то результаты идут от действий. А не от мечт. То есть, если вы, ну, допустим, решили похудеть, ну, вдруг, и такие, вот, я хочу похудеть, ставлю себе цель, декларацию, что я похудею к 31 декабря 2017 года, вот до такого-то размера, вот до стольких-то килограмм, и такие, отлично, а теперь давай-ка навернем оливьешечку с пюрешкой, с котлеткой, и запьем это водочкой, и так далее, то как-то вот все будет проходить мимо. Потому что килограммы будут наращиваться. Вы будете ждать, пока они уйдут, а они будут приходить. Как тоже было в каком-то меме, мы все ждем, пока время придет, а время все уходит и уходит. Чтобы этого не случалось, точнее, почему это происходит? Потому что у каждого из нас есть угол иллюзий. Мы смотрим в одну сторону, а делаем в другую. Вот мы сегодня как раз на эту тему говорили, не с вами, правда, но повторю, и Олег, кстати, по поводу этого в самодисциплине часто говорит, что мы, ну вот, кто видел такое со стороны? Давайте я вас спрошу. Когда человек приходит куда-нибудь на тренинг или к эксперту и говорит, у меня вот это не получается. И ему эксперт говорит, ну делай вот этот раз, делай два, делай три. То говорит, вы не понимаете, у меня все по-другому. Я не согласен. Кто такое видел? Олег, сколько раз ты уже с этим встречался? Да каждый раз, то есть... Не согласна я опять. Когда человек приходит и вот спрашивает, как делать, говорит, что у меня проблема, а вы эксперт. Ему эксперт говорит, что делать, он говорит, а я не согласен. Это прям беда просто. Ну хорошо, допустим, человек прокачался. Прокачался. Супер, прокачался, приходит и говорит,
Товарищ эксперт, у меня вот такая беда, помогите, поможите. Говорит, ну делай раз, два, три. Он говорит, все, я все понял. Идет и делает по-своему, блин. Кто вот это видел? Олег, как такое происходит? Ну, надо же все откорректировать. Просто хочется по голове дать. Он говорит, я все понял. Надо делать один, два, три. Идет и делает восемь. И приходит, у меня не получилось. Ну вот ты мне сказал, у меня не получилось. Что делать? Не, приходит, я все сделал. Я сделал все. Прям вот, вот совсем все. Начинаешь спрашивать, а что все? Оказывается, что нихера. Что делал что-то свое. У меня такое ощущение было первые несколько лет в инфобизнесе, что реально вот у людей в голове есть какой-то Федор, да, какой-то переводчик, который с моего русского переводит на их русский. Я уверен, что вот такое часто бывает между мужчинами и женщинами, да, когда с мужского на женский переводится. И у людей что-то по-другому, они это по-другому слышат. Ты говоришь, я же сказал, надо делать вот это. Нет, я помню, что вот надо делать все по-другому. Самое прикольное, смотришь назад и понимаешь, я же сам такой же был. Я же был сам такой. Я вот инфобизнес так и начал, когда послушал, как человек сделал, как эта женщина заработала почти 300 тысяч долларов, продавая курс свой. И он, хорошо, а я все понял, я замотивирован. Начну-ка я с чего? С написания книги, блин. Хотя при чем здесь книга? Ни к деньгам, ни к курсу, ни к продажам. Это вообще никак не влияло. Это прикольно. Это прям... А ты начинаешь задумываться, думаешь, а может быть, в каких-то областях я до сих пор такой? Когда ты считаешь, ты полностью веришь, что ты делаешь вот в ту сторону. Не может быть, не то конкретно, что говорят, но в ту сторону точно. А делаешь вообще не в ту сторону. У кого такое бывает? Олег? Каждый раз. Абсолютно каждый раз. Так, ну хорошо, пока вы пишете. Нет, все-таки я подожду. Я не буду гнать сегодня лошадей. Мы никуда не торопимся. А так хочется прям, да, прям поделиться. Смотрите, вот же. Результат-то вот здесь. А потом думаешь, ну и все будет то же самое у людей. Вот только четверо с нами общаются. Трое, три ответа. Может, начать остальных выкидывать из чата? Ну, я надеюсь, что сигнал, может быть, Ютуба идет. До разных городов медленно. Да, потом там нужны клавиши набрать, там что-нибудь там, от бутерброда там это отойти. Не, ну подожди, еще есть солнечный город Питер, в котором как 50 оттенков серого. Да, они думают еще только про первое, что ты сказал, а ты уже на 10-м. А это самое, а мы когда дойдем до финала сегодняшнего, уверен, что будут люди, которые будут писать, я из Вильнюса, или я из Таллина. Да-да-да. Отвечать на самый первый вопрос. А поэтому они спрашивают, а запись будет? Как, ну, ладно, сегодня можно, конец года, можно и немножко и прямым русским языком пообщаться. У меня был знакомый, который на вопрос, а будет запись, говорил, будет заебись. Пользуйтесь, хороший ответ. Как раз с разрывом шаблона, как вы любите. Ну, хорошо. Вернемся обратно к той теме, с которой мы с вами начинали. Смотрите, если мы понимаем, что проблема может быть во внутренних голосах, проблема может быть, что мы слышим одно, думаем другое, запоминаем третье. Проблема может быть в том, что мы видим черное, или там для нас красное и красное, а эксперт видит алое, темно-бордовое, вишневое и фуксию какую-нибудь. Да? То есть для него это совершенно разные цвета. То есть может быть огромное количество разных проблем. И как же с этим всем бороться? Бороться бесполезно, готовиться к этому бесполезно. Надо понимать, что проблемы будут, что у вас тоже будет поправка на какую-то неизведанную... Блин, я вот слово «еботень» не могу синоним подобрать. Олег, включайся. Ерунда? Да, спасибо! Спасибо, в Болгарии гораздо более вежливые люди, чем я сегодня. Так что я заранее извиняюсь за свой прямой русский язык. И опять же, я делаю не для того, чтобы вас оскорбить. Просто уже не первый вебинар сегодня, даже не второй. И какой-то конец года довольно колоритный у меня, поэтому я чуть-чуть... Хочется сказать, что мозг меня отстает, да. Вот, поэтому ерунда... На какую-то невероятную ерунду, которая у вас в голове будет происходить, мы должны делать на это поправку. Причем какая ерунда, сути, конечно, не имеет, потому что, как говорит Дэн Кеннеди, если мы решили убрать пыль, и мы ее сметаем и убираем,
то разбираться в химическом анализе эти пыли смысла не имеет. То есть, а что именно в этой пыли находится, да? Нам совершенно все равно. Поэтому нам главное пыль найти, что пыль есть, или что она будет, и ее убрать. Вот это наша задача с вами. Так вот, для того, чтобы цели сбывались, для того, чтобы мы их сбывали, то они должны быть вложенные. То есть у нас что это значит? Что цели должны совпадать с нашими действиями. То есть наш список дел, который у нас есть, он должен быть строго в границах наших целей. То есть если у вас цель, я не знаю, там, набрать мышечную массу, тогда у вас в списке дел должно быть жрать побольше, силовых упражнений побольше там, и так далее. Поэтому ваша задача, чтобы ваши действия находились в туннеле ваших целей, да, в рамках ваших целей. Если это понятно, это первая аксиома, поставьте циферку 1 в чате, что ваши действия находятся внутри ваших целей. Антон, помню, договор сегодня не подпишу. Юристам сбросил, правда. Так что юристы либо тебе напишут, либо мне. Но про это давай вот не на вебинаре. Так, есть такое, замечательно. Вторая аксиома, давайте дальше идем немножечко. Мы ставим не цели, которые мы на самом деле хотим, что вот цели идеальные, да, что вот если мы с вами рисуем цели на 10 лет, мы почему-то с одной стороны рисуем кучу идеальных целей. Миллиарды долларов, яхты, самолеты частные и так далее. Что-то прям совсем-совсем далеко. А с другой стороны, мы всегда отталкиваемся от того, что мы имеем сегодня. Вот представьте, вот если бы вам было 10 лет, вспомните, как вам было 10 лет. Я вам сказал, нарисуй на 25 лет целей. Что бы вы рисовали? Вы бы рисовали много мороженого, ничего не делать, да, кучу денег и так далее. Не понимая, что в 35, наверное, вам бы уже, наверное, и семью, и менеджером где-нибудь работать, или свой бизнес иметь, и машину бы поинтереснее, и дачу, может быть, за городом и так далее. То есть мы цели рисуем идеализированными, поэтому и без них, главное, никуда нельзя, потому что это направление нашего движения по жизни. Вот, но когда вы идеальные цели пропишете, наша основная задачка, и вот, наверное, тем, что мы сегодня с вами займемся, это чтобы делать цели сквозными. Что это значит? У нас цели на 10 лет должны быть большими, цели на 3 года должны быть вложенными в 10 лет, цели на год должны быть вложенными в 3 года, цели на квартал вложенными в годовые, цели на месяц вложенными в квартальные и цели на неделю вложенные в месячные. Как матрешка, вложенные сквозные цели. Кто понимает эту аксиому, ставим циферку 2. Что мы с вами будем делать вложенные цели. Побежали двоечки. А вот третье я вам расскажу немножко попозже. А сейчас возьмите, пожалуйста, ручку и листочек бумажки. Сейчас будем работать над целеполаганием. Будем работать с вами над нашими целями. Сейчас я, чтобы не рассказывать, чтобы вы не понимали, а мы прям пропишем цели. Я думаю, это будет правильней. Я прям на примерах покажу, чтобы у вас навык целеполагания встроился. Потому что мы увидели, что люди, приходящие на тренинг с определенным запросом, то есть понимающие, зачем им эта хрень нужна, за которую они пришли учиться, у них результаты получаются. Особенно в тяжелых тренингах, сложных. Таких, как самодисциплина, например. Люди, которые пришли просто разобраться, у них максимум получается разобраться. А не это самое. Наталья, а можно не спамить то, что вы считаете? Вот, ну, как вы называете вложенные матрешки? Вот кроме вас реально не очень кому интересно. Поэтому давайте вот пока на мои вопросы отвечать, а не на вопросы людей в вашей голове. Когда вы возьмете ручку и бумажку, напишите в чате, ну, допустим, плюсик. И я начну задавать вопрос, когда увижу ваши плюсики. Знаете, я даже буду делать вместе с вами. Я подумал. А фиг ли я туплю? Как раз хорошая идея. Для чего мне еженедельничек и нужен? Суперически. Давайте мы подумаем вот о чем. Ну, про трехлетние, то, что я на коучинге людям даю вопросы, мы сейчас говорить не будем. Мы хотя бы на год это пропишем, для начала. Представьте, что конец декабря 2017 года. Вот прошел следующий год. И мы с вами встречаемся на нашем с вами каком-нибудь тренинге или где-нибудь за чашечкой чая. И вопрос, который я вам задаю, слушайте, а вот что за этот год случилось такого с вами, что вы чувствуете прям кайф от своего прогресса?
То есть мы не идеал рисуем, а что гордость, что за год вам удалось из точки А, конец 16-го, прийти в точку Б, конец 17-го. Вот что должно за год произойти, чтобы вас реально проперло от прогресса, чтобы вы сказали, я прям молодец, и сейчас сначала пишем все, что приходит в голову. Вот пришло в голову, быстро пишем. Когда будет 10 вещей, пишем первый, который приходит в голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 вещей написали и пишем циферку в 10. Я буду дальше задавать вопросы. Так, раз, два, третье. Так, хорошо, прекрасно, четыре, пять, шикарно. Те, кто 10, ждите. Ну, или может дописывать дальше, 10 минимум. Можете дальше продолжать писать. Я не против. Я уже 5 сделал. Так, прогресс, прогресс, прогресс. Давайте, заканчивайте и десяточку. На всякий случай, вам сразу проверочный вопрос. Посмотрите быстренько, прочитайте то, что вы написали. Все ли здесь зависит только от вас? То есть, если какой-нибудь там, где-нибудь, что-нибудь, нужен второй человек в этом, то допишите еще один. Тот вычеркивайте, допишите еще один. Все должно быть в нашем внутреннем локусе. Или переформулируйте так, чтобы это было в вашем внутреннем локусе. Чтобы вы имели полный, стопроцентный контроль над тем, что вы пишете. Если вы что-то пропустили, можете отмотать YouTube на чуть пораньше и послушать. Так, десяточки, десяточки, отлично. Теперь уточняющие вопросы пошли. Теперь дополнительные. Вот 10 главных вы написали. Супер. Пошли дальше уточняющие теперь. Теперь мы добавляем туда, что вы хотите иметь. Давайте для начала поиграем в иметь. И отметьте сразу буквы И, иметь. Из ваших 10, что у вас будет иметь? Что там купить, владеть. Вот это, например, буква И. Иметь. Ну, вот это с натяжкой тоже. И. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. И дописываем сейчас новые цели, что вы еще хотите иметь. Иметь. Так, раз. Есть. Второе. Есть. Третье. Супер. Четвертое. Пятое. Как же эта фигня называется? Мангал, кагал. Ну, как будто костер в железной штуке такой жечь на улице. Как это фигня? Барбекю, что ли? Ну, не барбекю, а такое, как вот как кувшин, только большой, железный. И там внутри можно костер разжигать. У-у-у. Блин. Тут кавказская? Ну, типа того. Ну, красивая может... такая штука, я несколько раз. Тандыр, ну, тандыр, не знаю. Тандыр получается. Ну, люди пишут тандыр. Окей, напишу тандыр с вопросом. Я видел электромангал только вот. Это все не то. Все, нет, тандыр, хорошо, пусть будет тандыр. Прекрасно. А, кстати, и мангал тоже туда же. На шашлычки. Пригласить свою команду в дом на шашлычки. Это же святое дело. Да, это будет круто. Что будет? О, я хочу настольный теннис. Так. Пишем, пишем. Настольный теннис. Прям нужно. И нужно, знаешь, еще починить что? Помнишь, у нас в офисе был этот... как аэрохоккей. Хоккей, аэрохоккей. Вот. И не аэрохоккей, а этот, как его. Руками крутить который. Футбол, который вот этот... Ну, типа футбол, да, хоккей. Или хоккей, да. Вот этот настольный, который был. Да, это очень крутая штука. Все, это точно надо. Это прям вот стопудово. Нет, пока пишем иметь. Вот пока пишем иметь. О, еще, слушай, раз уже мечтать, ну, так нужно по полной. А что если вот, как, знаешь, как в игровых этих комнатах, где чтобы у тебя был полный набор, то есть Xbox последний, PlayStation и какой-нибудь, что там еще третье? Wii какой-нибудь, да? Хотя нафига Wii нужен, если... А на Wii Mario идет, которого нет ни на Xbox, ни на PlayStation. И с очками вот этими VR, как они... Все, нафиг Wii, лучше VR, точно. Так, Xbox и PS4 с VR-очками, офигенно. Вообще офигенно. Прям, Олег, кто-то из Софии будет приезжать в Москву часто, мне кажется. Да, да, это так. По работе, конечно же, в командировке. Конечно, да, за VR-очки там все такое. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам нужно 10, напишите еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще 2 нужно. Так, дописать еще 2. Так, что же еще? К тем, к основным еще пишем 10 иметь. Что бы еще такого иметь? А, ну вот,
Так, очень хорошо. Кто сидит и не знает, пишите хоть что-нибудь. То есть прям вот не делайте все идеально, не делайте правильно. Ошибайтесь, предполагайте, то есть стирайте, зачеркивайте, что-то пишите, вспоминайте. Вот совершенно вот отключайте вот это вот критическое ваше мышление. Или представьте себя детьми. Вот если бы вы были в 5 лет сейчас, вот что бы вы захотели, вот прям вот. За год. Что вот смотрите, если я это за год будет, это прям будет клево. Да, потому что я чувствую, что у кого-то прям включаются какие-то вина, стыд, что ну как же это неразумно, это не нужно, там это неразумно, как же тратить такие деньги на такую фигню. Вот именно! Вот потому что хочется! Вот именно! Да, то есть это должно быть прям контрпродуктивно, прям вообще прям вот, не знаю, хуже, чем деньги сжечь просто. Сейчас у кого-то пойдут инсайты, слезы, это нормально. Когда готовы 10 иметь написали своих прикольных штучек, напишите цифру 2 в чате, и будем двигаться дальше. Прям причем внутри, да, материально пишем, конечно, внутри должно быть, что вот смотришь на это, и прям клево, внутренний такой отклик должен быть, что прям вот очень клево. Да-да, материально пишем, ребята, материальное. Иметь открытый третий глаз, вот что нематериально можно написать? Бутылку пива открытую, да-да. Или типа, должен иметь ощущение удовлетворения, там как-то так. И список фамилий можно тоже писать, но это не про то. Катя, не было задания останавливаться, продолжайте. Да, двоечки, отлично, все, двоечки. Следующее, ну давай теперь в другую сторону качнем. А что вы хотите уметь? А ну-ка десяточку фигачим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот уметь того, что вы сейчас не умеете, а прям вот вы решили уметь. А чего бы нет? В детстве это было переворачивать как можно больше каких-нибудь соток или вкладышей. Так, раз, два, три, четыре, пять. Боже, что же я хочу уметь-то? А, шесть. Я хочу уметь. Так, 7, 8. Ух ты, я прям... 9, 10. Есть. Когда будет, пишите троечка. Инна, прям из воздуха? Прям деньги, прям именно из воздуха? Пока мы не это самое. Ничего не... Пока пишите, что хотите. Играть на гитаре. У меня тоже есть гитара. Вы подсматриваете, Игорь. Уметь расслабляться. Никто не хочет написать. Просто не напрягаться. Когда будете готовы, ставим циферку 3. Троечку. Сейчас еще не все. Тут пишут даже в этом, на Ютубе. Блин, я уже хочу на тренинг час 16-го. Погодите. О, Артем любимый с нами. Артем, привет. Может, мне все-таки закрыть хвост и фигануться в блондина перед Новым годом? Ого. Но мысль такая была в этом году. Нереализованная пока еще. В ноль я уже стригся. Мы сейчас не создавать ресурс. Что вы хотите уметь? Не уметь? Хорошо написали, супер. Но этого мало. Рядом с каждым уметь, теперь-ка вы напишите, смотрите, вот если иметь, понятно, вы там марку машины написали или как тандыр, вот на него смотришь и понятно, есть тандыр или нет тандыра, да? То есть там все понятно. А вот, не знаю, играть на гитаре, как пример, да, вот здесь его предлагали. Как ты поймешь... Нет, давай так. Что минимальное на гитаре нужно сыграть, чтобы ты понял, что ты научился? Что минимальное нужно сделать? Спеть, например, если мы спели, на пианино сыграть или вот готовить. Что минимальное нужно сготовить, чтобы понял, о, я научился готовить. Прикольно. Вот рядом с каждым своим уметь, нафигачьте-ка вы, что минимально нужно вам сыграть, не знаю, 10 песен, например, попсовых каких-нибудь, да, там, или «Полет шмеля», пожалуйста, не вопрос, спеть, просвистеть и так далее. Там, у меня, например, готовить, я вот сижу, думаю, ага, а готовить что? А вот если я обед сделаю от начала до конца, это прям, или даже, это минимально, это прям круто. Я пишу «обед», да, вот если я обед сделаю, то есть первое – салат, второе – десерт и какой-нибудь там компот, неважно, что-нибудь попить, я буду считать, что я научился готовить. Одно блюдо я могу, любое, а вот полностью я еще не делал никогда. Суперически.
пишем обед. Так, здесь пишем то же самое здесь. Вопрос в зал. У меня здесь, у меня, кстати, я сам себе отвечаю, не вижу ответа. Вот у меня есть, ездить на велосипеде нормально, вменяемо. А вот сколько надо проехать, чтобы понять, вменяемо или невменяемо? Десятки мало, наверное, будет? Километров 20? Но если я бегаю десятку, это уже, о, я бегаю. Наверное, километров 20, потому что велосипед легче. Может, просто типа как-то это... Поехать полчаса? Ну, как бы, это ерунда какая-то. Может, в днях как-то измерять, что типа вот ездил там столько-то раз там в неделю? Не-не, один раз. Какой, сколько раз в неделю? Сел, проехал, получилось. Вот у нас здесь, смотри, какие. Айронмены, 100, 50, слушай, 800 сразу пишем и все. Я же говорю, минимально. Так, испанский. Фак. Как же мне минимально на испанском? Знаешь, какой-то разговор нужно 5 минут разговаривать. Правильно? Матерные слова на испанском. А тогда можно, я могу из них конструировать потрясающие предложения. Особенно в сегодняшнем настроении это прям будет потрясающе. Так, ну тогда 5, сколько, 10 минут? О, на какую-нибудь тему, что я заговорю и там... А какую тему сразу? Что я могу по-испански? В магазине просто вот, типа, вот это покажите, то покажите, а как пройти там куда-нибудь. Тогда нужно, вот, я говорю по-испански, когда я могу в магазине или машину снять, или в отель зачекиниться на испанском. Вот, отель, или машина, или магаз. Супер. И тогда я буду говорить, вот, как бы норм, уже я доволен прогрессом. Нужно не идеально научиться, а чтобы прогресс был. Да, тут это самое, когда у меня, как это называется, что-то неожиданное продавцы говорят, я впадаю в ступор. Оказывается, они меня с чем-то там поздравляют с праздниками какими-то там, типа, желают чего-то хорошего дня, вот я в ступоре просто. Да, вот уметь прыгать с парашюта, Алишер, один раз прыгнешь, как бы уже будешь уметь. А тут без вариантов, то есть, типа, вот, не сумел прыгнуть с парашюта. Мне предлагает тест по пересеченной местности на велике. Ага, прыгай с парашюта еще, давайте усложним себе, блин, жизнь. Ребят, упрощаем. Вот вы сложные люди. Пута я знаю, Романа, спасибо. У меня брат на Кубинке был женат. Так что пута я слышал от него уже много раз. И это... Хуэво! Яйцо. Так, ну ладно. Уметь альпинизм. Вообще измы лучше не уметь. Да, измы лучше не уметь. Ну а полчаса на скалодроме, в принципе, вполне. На гору за этот самый залезть. Кстати, недавно выложилось видео, выступала Елена Манухина из Барселоны с обучением испанского языка, когда она выступала на инфоконференции. Уписаться можно. Вот прям реально, найдите меня ВКонтакте. По-моему, вчера было. Да, да, очень круто. Посмотри, очень ржачно. Как раз тем, кто испанский собирается учить. Елену рекомендую. Это так. Лена, когда выступали на инфоконференции, я сидел, она сидела на первом ряду. Как она смеялась просто, это было отлично. Так заразительно смеется. Я помню, одна спикер, над которой она смеялась, она даже обиделась прям на сцене. Прям класс. Опять пишут, умные люди пишут, критерии знания языка, это думать на этом языке. Так. Опять, вот давайте вы все свои... Критерии знания языка засунете в трубочку и куда-нибудь, куда Макар телят гонял. Вот, не в этом вебинаре. Пожалуйста, зануды, идите лесом. Вам не понравится мой тренинг, по-любому. Чё пришли? Непонятно. Делайте мои задания, не ваши задания, не голоса у вас в голове, а мои задания делайте. Так, когда готовы, пишем 4 в чат. Букву 4 пишем. Как по-болгарски будет 4. Четыре. А как будет по-испански? Uno, dos, tres. А четыре я не по... Cuatro. 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 Por favor. Так, четверочки идут слабенько. Тяжело идет. Ну что, Данила Мастер, не выходит каменный цветок? Не выходит! Давайте, поднатужьтесь. И все получится. Йон по-японски, да. Итини. Может быть, сейчас. Итини. Сан. Йон, да. О, блин, у меня вылетает японский из головы от неиспользования. Сити, хати, ку, дзю. Ху! Еще помню что-то. Дома ригато. Так, ну хорошо, четверки пошли. Отлично. Идем дальше. Следующая тема была иметь, было уметь. Следующая сделать. Что вы хотите сделать? Отмечаем у себя в первоначальных вещах.
буквой Д, что вы будете сделать, 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 сделать. Ну, например, вот здесь важно, похудеть на 10 килограмм, это не попадает в цель сделать. Почему? От вас не зависит. Вы можете дофига всего делать, а похудеете ли вы на 12 или на 9, от вас сильно зависеть не будет. А вот доделать ремонт, это уже зависит от вас. Это уже сделать. И прописываем 10 вещей, которые вам надо сделать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за год. 10. Не, денежные не сюда, денежные отдельно будут. Ребят, по деньгам отдельно. Заработать отдельно будет. Пока что-нибудь сделать. Именно сделать. Нет, ходить в спортзал – это делать. Один раз сходить в спортзал и сколько? Вот 100 раз сходить в спортзал – это сделать. А один раз не считается. Нет, сделать поломанный iPad – нет. Мимо. Ну, что можно сделать? Ремонт. Можно что-то построить. Можно что-то починить хорошо. Можно написать книгу. Или 10. Или 20. Можно чем-нибудь еще скреативить. Что-то провести. Куда-нибудь съездить. Да, вот съездить. Путешествие можно писать. А давайте-ка отдельно сделаем путешествие. Мне кажется, это прямо отдельно. 10 мест, ребята. Прям 10 мест для себя. 3. Новых. Ну, хорошо, можете писать старые. Я буду новые писать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хотя и старые тоже можно. Давайте и старые тоже. Так. Во-первых, наши выездные. У нас будет Токио в марте. У нас будет Норвегия, по слухам, в августе. Круиз. Так. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Ноябрь мы еще не решили, куда мы поедем. Да, сделать 100 отжиманий подряд. Не вопрос. Это прям сделать хорошо. Сделать фигуру, непонятно, какую фигуру. Шар тоже фигура. Если дела требуют денег. Значит, дела требуют денег. Расскажу большой секрет путешествия. Тоже требуют денег. Блин, а что-то у меня в голову не лезет. Куда же я еще хочу? Напишите, куда вы хотите. Дайте я вас спешу. Ну, я пишу. Понятно, что Торонто, Токио, Норвегия, Барселона, Гоа. Потом я хочу в Вену. Я хочу в Копенгаген. И еще раз в Амстердамчик бы съездил. Израиль не хочу. Норвегию уже написал. Перу, Мексика. А что нет? О! Следующий год. Рио! О, Рио, Рио. О, Рио, Де-Жанейро. Так. До Рио-то я не доехал. На Бразилии-то я был, а до Рио-то я не доехал. Нет. О, в Орландо я хочу, точно. София. Олег, да, кстати, в гости зови. Софию надо записать. Зову. О, еще Кипр будет же. Кипр. Кипр. По секрету расскажу, уговорил Вадима Демчок сделать маленький, ключевое слово маленький, человек на 20, тур по Кипру. На Кипре живет команда, которая делает мистера Фримана. Это так, совсем секрет. И там есть какие-то лабиринты старые, минотавров и какие-то, в общем, они с Вадимом будут по секретным местам по Кипру возить. То есть еду я, едет Ланд, едет Степанов, и какие-то билеты будут в продаже. Вот какие мы не знаем, и сколько будет их не знаем. Потому что они, как они балбесы, они, как всегда, в самый последний момент будут продавать. На майские праздники. Поэтому, ребят, на майские, если хотите с нами ехать, вот реально ничего не планируйте. И будет это стоить, ну, я не знаю, сколько, честно, я не продаю, как бы я покупаю. Но от 100 до 150. Поэтому, мне кажется, за неделю на Кипре... А вот кто поедет в Японию, тому расскажем. Ну, в общем, Кипр в мае, Япония в марте, апреле. Так, Торонто в феврале. А может, еще и в январе придется сгонять. Гоа тоже записано. Путешествие быстро пишется, скажите. Прям интересно. Но это опять вилами по воде писано, потому что если бы уже это было подписано, все документы, и все бы билеты куплены, уже можно было бы все покупать. Пока мне сказали, ты будешь одним из первых, кому мы скажем. Так что я пока за что купил, зато продаю.
Но мне очень хочется познакомиться с ребятами, которые делают мистера Фримена. Путешествия закончились, ставьте 5. Возвращаемся обратно к сделать тогда. Так, очень хорошие. Давайте друг другу подсказывайте. То что-то уже голова тупит. 100 отжиманий хорошо, 20 подтягиваний прекрасно, 100 приседаний замечательно. Планка на 5 минут, пожалуйста, ради бога. Так, что бы еще сделать такого? А, ну я же, если я 3 раза сказал ремонт, наверное, все-таки на ремонт дописать. Ремонт невозможно, да, закончить его можно только прекратить. Можно сделать! Это можно сделать. Нет, это были путешествия, сейчас мы пишем сделать. Ну хорошо, я вроде раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если по сделать вы закончили, пишем циферку 5. Нет, 5 уже было. 6. Так, теперь давайте по финансам следующее. 7-я тема. Финансы. Или следующая какая там по очереди. Финансы. С финансами такая штука. Значит, чтобы... Ответьте просто на несколько вопросов. Вопрос номер 1. Сколько вы хотите заработать за год и заработать в месяц? Ну, условно, в декабре следующего года. Пишем быстренько ответы. Следующий вопрос. Какие активы у вас будут? Даже если по деньгам траблы, пишите, ну, сколько вы хотите. Но опять, пишите, сколько вы думаете. Вот, если бы я столько заработал, я бы уже гордился. Вот, ключевой характеристикой того, что мы пишем, это будете ли вы гордиться этим или нет. Вы должны гордиться вашим прогрессом. И здесь дополнительный вопрос. Пишите, сколько в год и сколько в месяц. А если вот на 10% меньше, гордиться уже не будете? Какой минимальный, давайте снизим планку чуть-чуть. Какая минимальная цифра, которой вы уже будете гордиться? А вот если вы 1 000 000 написали, а за 980 тысяч будете гордиться? Ну, наверное, будете. Хорошо, идем еще ниже. Вот какая минимальная планка в месяц и минимальная планка за год, которой вы уже будете гордиться? Можете и то написать. И то, что вы на самом деле хотите, и то, чем вы будете гордиться. Да, давайте так будет лучше. Пишите, что вы хотите, и то, чем будете гордиться уже. Опять, я не спрашиваю, кто доволен собой или не собой. Своими финансовыми результатами за год. Понимаете разницу? Быть довольным собой и быть довольным своими финансовыми результатами за год. Все-таки, мне кажется, есть разница, Ирина. Вне зависимости от того, что говорят голоса в вашей голове. Опять, вот 600 тысяч в месяц, буду гордиться, Денис. А 500 будете гордиться? Не, ну 500 это для лохов, Денис. Ну, нельзя. Интересно, а сейчас сколько? Вот как бы, если сейчас 20 тысяч рублей, то вот 600 тысяч это правдоподобно или не очень? Ну ладно, вопрос 10. Ну и дальше. Активы. Сколько у вас в конце года будет денег? Активы делятся на ликвидные, ну то есть те, которые можно прямо обналичить. Ну, давайте так. Упрощать. Давайте я вам упрощать буду. Активы делятся на... Ликвидные – слишком сложное слово. На денежные знаки, вот, на всех ваших счетах, включая валютные, и все наличку, если собрать вместе, сколько у вас будет бабла. И второе на все остальное, или даже нет, давайте еще сильнее упрощать. На материальные активы, которые потрогать можно, и на нематериальные активы. Материальные – типа квартиры, дома, например, да, не знаю, машина может быть активом. Хотя, на самом деле, пассив, как говорит Киосаки. Но мы будем все равно, если мы продадим же, денег там заработаем? Заработаем. Сколько? И нематериальные, там, не знаю, акции компании. Пока мы их не продадим, фиг его знает, сколько это будет стоить, правильно? Общую сумму активов, которые можно потрогать. И нематериальные активы. Там, владение какими-нибудь компаниями, проектами, долями в бизнесе и так далее. Патентами. Это нематериальные активы называются. Кто готов, ставим цифру 7. Супер. Следующее пишем. Следующее потрясающее. Это, как бы мне это назвать? Эмоции, experiences, какие-то переживания, какие-то вещи, которые, штуки, действия, события, мероприятия, которые принесут вам таких кучу звездных эмоций. Каких-то. Опять, не знаю каких. Это уже, собственно говоря, к вам вопрос. 10, нет, не 10 эмоций нужно писать, а нужно писать 10 событий. Эмоциональных, которые вы прям планируете, и вы бы хотели их пережить. Вот 10 каких-нибудь эмоциональных событий. Ну вот, например, давайте вот подумаем, давайте вместе попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть такой фестиваль в Испании, называется Томатина. Не знаю, знаете ли вы, нет. Там целый день весь город помидорами друг друга обкидывают. Я вот хочу, я прям, вот если туда попасть, это прям было бы потрясающе.
Томатино фестиваль. Очень круто. Следующее. Я вам прям свои буду говорить. По миру есть такой Color Run, называется. Это 5-километровые забеги, которые все бегающие друг друга обсыпают красками. Всякими разными. И ты весь такой разноцветный, прибегаешь, и это ржачно, и фоткаешься, и, в общем, прикольно. Color Run. Можно организоваться куда-нибудь, выйти и пробежаться. Весной где-нибудь. Мне кажется, это было бы прикольно. Так, нашествие. Отлично, нашествие. Burning Man. Да, в Америке. Пожалуйста. И не только в Америке. Карнавал. Да, прикольно. Какой, опять же, встречный вопрос. Какой карнавал? О, я знаю какой. На инфоконференции будет карнавал. У нас в этом году конференция карнавальная. Так что приезжайте, будет карнавал. Холли в Индии, не вопрос. Это похоже, кстати, только с бегом. Потом, что еще? В Диснее есть забеги тематические. Есть диснеевские марафоны и полумарафоны. И там и 10 километров и так далее. Есть вот, я нашел в апреле этот старворзный. Под Star Wars все бегут. Потом съездить просто... Во, вот вам сейчас дарю идею. В трех местах, в четырех... Сейчас. Я был в Осаке, я был в Орландо, я был в Лос-Анджелесе, и я был в Сингапуре. В парке Universal Studio там есть земля Гарри Поттера. Замок Гарри Поттера и Хогсмир, и Хогсмид, и деревня это есть. Ребята, туда надо ехать. Вот прям реально туда надо ехать. Поэтому, если у вас не были, то пишите. На Гарри Поттера я бы еще раз съездил. И еще раз какой-нибудь Дисней бы съездил с удовольствием. О, в Леголенд хочу, не был никогда. В Леголенд. О, это круто, Леголенд. Прям хочется. Рождество в Париже, карнавал в Венеции. Может, да, может быть прикольно. Может быть прикольно. Прообразы Хогвартса. Еще раз. Четыре места в мире. Везде, где есть Universal Studios. Это есть Орландо, Лос-Анджелес, это в Штатах. Сингапур в Сингапуре. И Осака в Японии, соответственно. Если с нами поедете в Токио, после него можете сгонять в Осаку и съездить к Гарри Поттеру. Порт-Авентура в Испании. Вариант. Так, куда же еще хочется? О, я давно не был в Вандерленде в Торонто. Вандерленд. Так, фестиваль Кубана. Пожалуйста. В Торонто Кубана потрясающий. Не знаю, где еще он есть, но в Торонто он очень классный. Гонка героев. Хотите, пожалуйста. Вообще. О! Москвариум еще не был. На ВДНХ. Говорят, там очень крутой аквариум открыли. И дельфины есть, и эти самые и акулы, и пингвины. И надо сходить. Я еще не гонял. Надо обязательно... О, меня понесло. Уже больше 10. Надо на сегвеях где-нибудь еще погонять. Как мы делали в Милане. Это было, это просто нереально было. Да, хорошая идея. А я вот так и не научился. То есть я очень боюсь упасть, и вот как-то нет. Я уверен, что в Софии можно найти сегвей. Тур на сегвей. Они стоят порядка там меньше 100 евро. Все, в списке. Давай. Я в Сочи гонял еще на сегвей. Тоже было прикольно. По Олимпийскому парку и в самом Сочи. А тут город по сравнению с Москвой небольшой, поэтому тут можно прям перемещаться, наверное, из одного конца в другой. Я сегодня видел, шпарит на этом, на колесе, на одном, прям по грязи, по снегу, мужик какой-то. Ого, фанатики. Но это на одном колесе, он прям быстрый-быстрый такой. Ну да, что-то еще надо оставить, дописать, чтобы я еще палочек оставлю десяток. Хочу еще потом дописать. Мне кажется, прикольного можно найти. Я бы на подводной лодке куда-нибудь погрузился. О, это круто, на батискафе, да, каком-нибудь? Да, я бы дрифтанул пошел. Как раз пока зима, пока снег, надо пойти дрифтануть. Прям, мне кажется, будет офигенно. Может, какие-нибудь курсы экстремального вождения? Я тебе про это и говорю. Найти именно вот. Круто. И подрифтовать. Потом... О, надо снорклинг забуриться. Чтобы глазами посмотреть на этих, на рыб ярких. Главное, чтобы электричеством они там не это... Да-да-да. Когда мы были в Вегасе, вот на мой день рождения, мы ездили стрелять. О, Вегас! Я нашел потрясающую штуку на следующий год. А, там есть... Вот мы в этом году ездили отдельно на стрельбище стрелять из пулеметов, из автоматов. Отдельно ездили на трек гонять на гонках.
и отдельно на вертолете нас возили над Вегасом. Еще нашел штуку. В пустыне есть прикольная тема. Джипы, у которых открытые такие, типа вранглеров, у которых на рамах приварены пулеметы сверху. И ты гоняешь на джипах по пересеченной местности и фигачишь по мишеням. Все. Джипы с пулеметами. Это такой трэш и угар. Андрей, к чему-то готовится? На вертолетах, значит, автоматы, джипы с пулеметами. Я свои просто детские хотелки закрываю, Олег. Да, это очень круто, реально. И что-то внутри меняется, да, вот когда вот стреляешь. И сейчас сижу, и улыбка такая во весь рот, блин. Эх, классно. Так, куда бы еще? О, надо в каньон все-таки, вот в этот, там, где вот самая красота. Потому что мы были в каньоне в двух местах, но вот там, где самая-самая красота, не получилось. Каньон. Может быть, вертолетик там. Фигануть. Мексика, это кактусы. Есть отдельная история, как Николай Мрачковский обнимал кактусы в Аризоне. Но сейчас я ее рассказывать не буду. Можете у него как-нибудь спросить. Это было очень прикольно. Когда мы ездили к Джеффу Уолкеру. Он вспомнит. Такое забыть нельзя. Вот они пошли. Секреты больших продаж на вебинарах. Кактусы и оружие. Это кактусы. Так, что-то я еще хотел. Я еще хотел в эту чеченицу. Пирамида ацтеков, которая в Мексике. Рядом с Канкуном. Ой, еще знаешь, что надо сделать? Такое из простенького, но прикольного. В Москве есть куча квестов. Так. Есть какой-то квест, в котором еще куча этих самых актеров. Мне сказали, взяли какое-то казино, типа Метелицы, и переделали в 5 или в 7 квестов. И там тебе нужно казино ограбить и с деньгами выйти. И там прям, там как в кино. Сейчас загуглю. Надо какой-нибудь такой суперквест напишу. В Москве они офигенные. Есть средненькие, есть офигенные. Ну хорошо, смотрите, вот мы с вами написали несколько вещей. Написали 10 вещей, которые прям сразу у вас в голову пришли. Написали, что вы хотите иметь, что вы хотите уметь, что вы хотите сделать, куда вы хотите съездить. По финансам ваши цели написали и по эмоциям, да, переживаниям, что вы хотите попробовать такого, эдакого, чтобы кровь бурлила. Теперь из этого всего вам будет нужно домашнее задание, то, что мы будем делать в тренинге. Вам будет нужно сделать цели на январь, чтобы, которые уже записаны вот здесь. Вот если вы написали там какой-нибудь сделать ремонт в квартире, например, то на год, то на январь цель может быть осметить, чтобы узнать, сколько это стоит, сделать график, список работ и найти одну-две группы ремонтников, которые могут это сделать. Ну, то есть у нас цель на январь должна быть вложена вот в этот, вот в эти годовые цели, которые мы с вами написали. Понятно, да? Вот вам домашнее задание. Обратный отчет или обратную связь я буду давать уже внутри тренинга. И потом, как сделать так, чтобы они исполнялись, про это тоже внутри тренинга. Смотрите, тренинг концептуально начинается у нас с вами 16 января. Но, ребят, так придумали, с 16 января по 6 февраля. Честно, вот если совсем честно, то я не хочу вас отпускать на 2 недели, чтобы вы там с 1 января по 15 бухали, а с 16 мы начали работать. Мне это не подходит. Я начну работать раньше. Мне кажется, смотрите, прикольная тема. У нас первый понедельник года будет второе число. Мне кажется, начать потихонечку, да, вот основной тренинг будет 16-го, а предварительные задания будут 2 недели, вот неделя, которая первая неделя Нового года и вторая неделя Нового года. Вот с 1 по 14 мы периодически с вами, не каждый день, но периодически будем встречаться, периодически будем делать дополнительные задания и по целеполаганию, и по фоновым целям, и по целям по бизнесу, и так далее. То есть это все буду рассказывать уже на первом вебинаре в следующем году, который будет. И вы уже будете внутри это все выполнять. А с 16 числа уже будем работать по программе. Мне кажется, это будет прикольный такой неожиданный бонус от Андрея Парабелова. Кто хочет бухать, ребят, вообще не вопрос. Мне кажется, если вы будете бухать, нам с вами не по пути. Поэтому бухайте, с наступающим вас. Пусть он у вас наступает 15 дней. Просто не проблема. А для всех остальных под видео есть кнопочка синяя. Это участвовать в базовой версии. 8000 рублей.
И зеленое – это участвовать в VIP-версии. Чем VIP-версии отличаются? Что мы еще пару раз в неделю встречаемся в отдельном вебинаре, и я голосом отвечаю на любые ваши вопросы. По бизнесу, вот сегодня были вебинары, по консалтингу, дополнительные темы даю, что посмотреть, что почитать, как работать с картами Парабеллума, вот сегодня отвечал, и так далее, и так далее. Поэтому это будет в VIP-е. А на январь, еще раз повторюсь, вам нужно написать цели на январь, которые будут входить вот в годовые цели, которые вы прописали на целый год. Как это сделать, уже, извините, не сегодня. Сегодня мы про цели на 2017. Мне кажется, что если вы вот это все, что вы написали, если вы половину из этого сделаете, ребята, будет большой кайф. Прям большой кайф. Вы получите много приятных моментов. Мне кажется, что теперь у вас план есть, можно его распечатывать, вешать на стену и тупо по нему работать. И будет вам счастье. Олег, хочешь что-то добавить? Что у меня уже... Да, как раз хотел попросить. Ребят, те, кто вписался, прям это будет очень круто, потому что вот представьте, да, январские праздники, они очень выбивают из колеи. После них как-то непонятно, как вообще входить, да, в какой-либо ритм. Да? И получается, что когда мы более-менее куда-то там въезжаем, у нас, ну, ощущение досады. Ощущение досады, потому что много времени пропущено, и нужны деньги, и что-то еще вот, и, соответственно, да, вот с этой досадой это плохой мотиватор. Значит, как будет в этот раз? В этот раз досады не будет, потому что мы будем начинать входить в ритм. И тут, знаете как, аппетит приходит во время еды. То есть, знаете, мы будем раскручивать маховик наших ресурсных состояний. Вот если у кого-то есть вот тревога, да, вот тревога, ощущение, что мы как будто вот буксуем, теряем время. Почему? Потому что нам приходится сдерживать постоянно свои, скажем так, движения, да, нам хочется двигаться. Но мы не уверены, мы хотим как правильно и так далее. У нас нет ясности, да, у нас нет правильных состояний. Вот там будет все, у нас будет и правильное состояние, и ясность, и понимание, что делать, и понимание, как делать. И поэтому мы будем кайфовать, потому что, ну, представьте, что вот люди, вот, которые вокруг вас, да, которые вот, ну, находятся в прострации, знаете, как-то вот испытывают какие-то непонятные ощущения, они будут просто проноситься, потому что у нас будет финалиться одно дело за другим. И что самое интересное, то, что мы подкрепим вот эти вот паттерны просто на уровне, ну, нашей психики, да, то есть мы привыкнем так жить, у нас будет весь год ассоциироваться именно с таким темпом, с таким ритмом, и это будет для нас просто нормально. В конце 2016 года мы встретимся, подведем итоги. Ребята, это будут просто космические результаты. Значит, кстати, вот те внизу цены, которые сейчас есть, они, когда вебинар закончится, они превратятся, скажем так, в 20 тысяч и в 40 тысяч. Поэтому если вы, в принципе, допускаете такую идею, да, кто сейчас не вписался, думает, чешет репу, ну, 8 тысяч рублей, по-моему, ну, как это, ну, это замечательный будет подарок вам на Новый год. Может быть, кому-то еще на Новый год. Вот. VIP будет просто космический, 20 тысяч рублей. Но я думаю, что это не слишком большая какая-то... Так, да, цены будут расти еще, а 20-40 мне пишут конечные. То есть сразу после вебинара цены будут 10 и 25. Поэтому, если вы, в принципе, планируете покупать... то делайте заказ. То есть это вас ни к чему не обязывает. Если у вас есть какие-то вопросы, наши менеджеры с вами свяжутся за наш счет и ответят на них на все. Так что, так, да, такое чувство есть часто, будто теряю время впустую. Совершенно верно. Ну, потому что вы теряете возможности. Ну, правда, да, теряем возможности. Почему теряем возможности? Ну, потому что тушим пожары. Почему мы тушим пожары? Потому что... В тот момент, когда нужно чем-то сесть и заняться, что-то сесть и прояснить, мы занимаемся чем-то другим. Да? Мы внимание размывается, и мы делаем как будто бы очень важное дело сейчас, да, но видео не снимаются, курсы не записываются, главы книги не пишутся, важные встречи не назначаются, аватары не прописываются и так далее, и так далее. Так что кто вписался, ребята, будет супер год, 2017 будет год замечательный. Вот. И не забываем, да, мы сами творцы своего счастья, мы будем творить вот ту самую правильную магию, когда мы будем совершать совершенно простые движения руками, ногами, да, мы будем вот это просто как бы маленькими шажками, но это будет вырастать в большие
в большие вещи. Вот те цели, которые вы прописали, ну, скажем так, нормальные человеческие цели, можно их откладывать, конечно, но реализовывать их очень приятно. И самое главное, что, понимаете, с каждой зафиналенной целью вы будете все увереннее и увереннее и увереннее и увереннее. Вот вспомните то ощущение эйфории, когда вот «да, я все могу, действительно, у меня все получится». Это состояние приходит, понимаете, после какой-то победы. Чтобы была эта победа, нужно просто совершать движение. Так что мы возьмемся за руки и начнем это даже не 16 числа, и будем делать этот год, будем делать наш год вместе. Поэтому кто вписался, ребята, вы молодцы. Вы молодцы, прям похвалите прямо сейчас, потому что вы оплатили себе билет в жизнь. Прям вот я серьезно, вставайте и скажите «Yes!» Кто молодец? Я молодец. Вот прям похвалите себя, потому что вы сделали выбор. Вы это решили сделать. Вместе мы с Андреем, все вместе взявшись за руки, будем это делать. И 2017 год будет только началом. Вот когда будут часы бить 12 часов, вы будете встречать этот новый 2017 год совершенно по-другому. Вы сейчас это знаете. Кто сейчас, вот, скажем так, вот думает, блин, ну это там целых там 20 тысяч рублей или целых 8 тысяч рублей, вы отказываете, вот вспоминайте, каждый раз вы себе в чем-то отказываете, каждый раз это какая-то досада, каждый раз вы сдаетесь. Это тоже паттерн. Ребята, надо этот замкнутый круг рвать прямо сейчас. Да, на все наши решения нужны ресурсы, черт побери, да. Ну, сделайте это для себя, сделайте это для ваших родных и близких, иначе вы так никогда и не решитесь. Так что, ребята, у нас все получится, у нас все получается, потому что прямо сейчас мы делаем выбор в пользу силы, в пользу нас с вами. Так что вот, что я хотел сказать, ребята, молодцы. И действительно, 2 января мы будем с вами не, скажем так, не праздные вещи делать, да, мы будем с вами шаг за шагом стремиться к тому, что наше, да, мы будем брать наше по праву. 2 числа будем простраивать цели на январь. Так что будем уже, вот мы зафиналим январь в голове, чтобы потом зафиналить его в мире. Здесь хороший вопрос пролетел. А, да, Олег, спасибо большое за это вступление. А, Денис пишет, какой способ оплаты выбрать, чтобы попозже заплатить? Любой, на самом деле, заявку главное оставить. Фамилия, имейл, ну, в смысле, имя, фамилия, имейл и телефон. И сделать там, не знаю, возьмите кредитной картой, например. Нажмите «Оплатить». Кредитную карту не вбивайте, заказ останется у нас в системе по этой цене, что самое главное, потому что цена сегодня вечером после вебинара сразу поднимется, чтобы не терять за собой цену, оставьте заявку по этой цене. Опять же, если вы не нажмете кнопку «Оплатить», то телефоны и контакты к нам не прилетят, а то, что вы, ну, то есть мы не будем знать, что вы оставили эту заявку, и, соответственно, цена за вами не закрепится. 2-го начала вечером. Пока не знаем, выложим еще. Не волнуйтесь, вы не пропустите. 2-го числа вечером будем. Утром вы будете отсыпаться после длительной новогодней ночи. Это тоже понятно. Что лучше, старт 2 или самодисциплина, если я студент? Игорь, очень хороший вопрос, но здесь они совершенно разные. Самодисциплина next, которую будем с вами фигачить, это сделать себя более эффективным. То есть вы уже чем-то занимаетесь, будете заниматься этим, чем вы занимаетесь, более эффективно. Старт 2 – это запуск, это поиск новой темы и запуск нового проекта с нуля и раскрутка его до 100 тысяч рублей. Поэтому, если у вас деньги болят, то, наверное, старт 2. Если болит личная эффективность, то самодисциплина. Вот. На самом деле, просто вопрос, ну, в какой последовательности вы будете их проходить. И, опять же, всех вас с наступающим. У нас через несколько дней, буквально уже на носу Новый год, представляете, осталось 4, блин, дня. Как-то время летит слишком, зараза, быстро. Мы все ждем, что время придет, оно все уходит, поэтому решение надо принимать. Пока вы о них думаете. Подумали, приняли, а потом дальше. Возможно, и то, да. Тогда будете мощно проходить и самодисциплину, и старт 2. Со старт 2 интересная штука, что когда вы в него запишетесь, тогда проходить вы можете вечно. То есть несколько потоков подряд или не подряд. Придумали проект, запустили, не получилось, придумали еще один, запустили. Получилось, пришли опять докручивать его и раскручивать. Так что старт 2 это такой, один раз заплатил и вечно обучайся. Не проблема. Самодисциплина это для ускорения, чтобы все успевать. Поэтому про это все
самодисциплина наша с вами. Ну хорошо, я сегодня... Большое вам спасибо, я что-то заряженный очень. Я думал, сегодня настроение будет никакое, а сегодня потрясающее настроение. Все-таки Новый год, он фонит своим этим ожиданием чуда, ожиданием праздника. Игорь спрашивает, у меня мозг не взорвется. Если сидеть и учиться, то взорвется. А вот если идти и делать, то не взорвется. Все нормально. Надо уметь делать, когда переизбыток или недостаток информации. Но этому тебя в старте 2 научат. Есть такое... Вот мы в Новый год ждем чудес. Мне хочется вам пожелать, не ждите чудес, чудите сами. И с этими словами отпускаю вас в финале 2016.